Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Воскресного дня на телеканале Рика ТВ. По традиции с вами «Декоративные страсти». Программа о вас, программа для вас, программа, помогающая решить многие задачи. Все это мы делаем с легкостью и с удовольствием, потому что с нами работают профессионалы своего дела, дизайнеры Раушан Мухамбеткалиева, Аида Тлегенова и ее команда. Я рада представить нашего сегодняшнего участника. Многие из вас его знают. Это наш партнер, представитель салона элитной сантехники «Курылыс». Зовут его Казбек. Он, как и все наши участники, давно встал в очередь, и наконец-то она подошла. Работать с ним будет дизайнер Аида Тлегенова. Сегодня она подскажет, как оформить правильно, как оформить красиво его холл, потому что, собственно, в этом-то и состоит основная задача. Дорогие друзья, я с удовольствием вам напоминаю, что генеральный партнер нашего проекта, проекта «Декоративные страсти» – это салон «Идея декор». К слову сказать, позавчера, то есть 5 декабря, состоялось официальное открытие магазина по проспекту Алии Молдогуловой. Но об этом мы расскажем в нашей следующей программе. А сейчас давайте послушаем, о чем говорят дизайнер и участник. Я очень рад приветствовать вас в своей квартире, где я делаю ремонт. Я очень рад, что вы решились мне помочь в дизайне моей квартиры. Рада, я рада вам помочь. Я очень был рад, когда услышал, что вы именно придете ко мне сделать дизайн, проработать все вот эти моменты, нюансы. Вот. Это моя квартира, здесь... Не маленький холл мой. Я вижу, да, что он такой достаточно большой. Вот. Дом, вообще квартиру делаем в классическом стиле. Жить здесь буду я с родителями. Вот. Нужно сделать так, чтобы при входе, когда человек зашел, когда гости зашли, гостей у нас немало бывает, чтобы они ощутили всю вот этот вот, что все сделано по вкусу. Правильно, грамотно, да? Пожалуйста, прошу вас помочь мне в дизайне этой комнаты. Аида Тлегенова, как всегда, будет оригинально и проработает дизайн этого холла интересно и красиво. Я всегда рада помочь и вам, и вам, дорогие друзья. Я рада, что вы меня пригласили. Я рада, что я здесь. Что хочу сказать. Прихожая, холл, прихожая, как говорится, это лицо хозяина. Вы правильно обратили, что именно холл, вы обратились к дизайнеру, профессиональному дизайнеру, потому что те комнаты тоже важны, но, как я поняла, вы справились сами там. Да, примерно. Так, из вашего повествования я поняла, что квартира будет в классическом стиле, в неоклассике, да? Для всех комнат в квартире подобраны обои, частично мебель. Аиде придется создавать проект, учитывая все приобретенные материалы. Как говорит Аида Тлегенова, важно, чтобы холл и остальные комнаты представляли целостное пространство. Холл – это составляющая дома, и поэтому должна быть определенная связка. Эта комната должна сообщаться с другими, и совсем резко мы не можем ее сделать, чтобы она просто отличалась. Мы внесем свои нюансы. Ну вот. Давайте пройдемся и посмотрим, почему именно холл, почему застряли именно здесь, что не так, какая проблема здесь возникла, да, потому что вы там же справились, да. А что здесь, вот что наболело, скажите. Те комнаты, они небольшие, и мы в тех комнатах, так сказать, мало времени проводим. В основном в квартире проводим время на кухне, в зале, и холл это связка получается, да. Здесь у меня есть
труба вот проходит. Ой, через весь труба. Дом вот. Вот она прям... она нехорошая. Она вообще не вовремя, она не там, где надо. Да, и вот все гости вот заходят в холл, видят вот эту трубу, я не знаю, что с ней сделать. Наверное, как будто там колонны, я не знаю. Как-то нужно ее закрыть, прикрыть, чтобы это было незаметно. Вот. Вот эта труба. Здесь у нас была дверь. Дверь была смещена вот в левой стороне. В левой стороне была. Да, да, да. То есть мы ее взяли, переместили на середину. Чтобы симметрично. Чтобы симметрия была, а то ни туда, ни сюда это было. Правильно сделали. Наш участник Казбек четко понимает, что хочет видеть в своем холле, но увязать все это в профессиональную красивую картинку он предлагает дизайнеру студии Art Magic Аиде Тлегеновой. По поводу освещения тоже нужно будет подумать. Угу. Может, где-то дополнительное освещение, брашки, может, где-то... То есть я могу, да, да, применить что-то новое? Проблем нет, потому что, да, потому что я смотрю уже освещение... Да, сделали, но не до конца еще, да. Можно, да? Да, делаем. Вот, по поводу дверей, тоже двери нужно будет учить, ну, разъяснить, куда открывание, право или левостороннее там. Все эти моменты дизайнер обязательно укажет. Как вы относитесь к белым дверям? Классно. Классно? Окей, я учту. Классно, да. Неравнодушно. Неравнодушно, да. Отлично. Какие будут в гостиной обои, темные или светлые? В гостиной темные обои. Получается, темные обои, белые двери, мы играем на контрасте именно. Да, да. И, соответственно, если белые двери, вы мебель будет белая. Да, да. Все понятно. Согласен. Потолок мы никак не разъединяли, потому что разъединять тоже у нас потолки низкие. Ну, да. В классике, жертвы, наверное, не нужно. Сейчас это не модно. Да. Сейчас все это переболели гипсокартоновыми коллапсами. Не прогадали, значит. Да, правильно. У вас есть чутье. Спасибо. Ну, наверное, нужно здесь, не наверное, а точно, здесь нужно разделить на определенные функциональные зоны, потому что длинная, ну и плюс этой комнаты широкая, хорошая, достаточно, можно разыграться здесь. Я смотрю, вот здесь вот справа от двери есть такая вот территория небольшая. Наверное, вам тут, не наверное, а я бы предложила здесь зону шкафа какого-то. То есть мы входная часть, мы когда заходим, нам нужно где-то раздеться, да? Да? У вас гардеробная есть такая? Гардеробной нет, вот именно тоже нужно проработать вот эти моменты, чтобы человек зашел, не напрягаясь, оставил вещи. И это когда вот проход же, как сказать, никого не напрягал, то, что там все вещи собраны, как сказать. Вы сказали, что у вас часто бывают гости. Да. Значит, вам нужен хороший большой шкаф. Да. Аида готова предложить и другие функциональные вещи, но об этом позже. В готовом дизайн-проекте мы увидим идеи дизайнера студии Art Magic Аиды Тлегеновой. Обои в вашем интерьере должны быть не только красивые и элегантные, но они должны быть еще и в тренде. Сейчас дизайнер студии Art Magic Аида Тлегенова в салоне «Идея декора», и она подскажет нашему участнику Казбеку, на что стоит обратить его внимание. Я замечу, что сегодня мы проговариваем и говорим не об одном виде обоев, а сразу о четырех. Тем интереснее. Давайте посмотрим. Мы работаем над проектом для Казбека. Сейчас мы выбираем обои. Мы находимся в салоне «Идея декор». Здесь такой огромный выбор. Я просто растерялась. Не то, что растерялась, а у меня глаза разбегаются. Я очень долго выбирала. До сих пор не пришла к такому окончательному выбору. Но я отметила для себя 4 каталога. Эти каталоги – новинки в салоне, и я тоже для себя их сегодня первый раз открыла и буду первый раз, наверное, с этими каталогами работать. Первый каталог, я не знаю, отсюда дотянусь, вот он такой интересный. Это американские обои, очень интересные, необычные. Я вот
думаю, что вот такая вот, эти обои, они обрамлены. Здесь принт молдингов, лепнины, имитация лепнины. Не уверена до конца, но глазик у него упал на эти пока. Второй вариант – французские обои. Здесь более традиционный рисунок обоев. Полоска классическая, завитки. Мне показались они очень такими нежными. И чем они мне нравятся? Я люблю обои с такой благородной потертостью, с элементами старины. Фактура, принт, не знаю, какой-то мешковины. Они очень интересные обои. Они мне нравятся. А вот следующий вид обоев, которые понравились дизайнеру. Очень интересный рисунок, сложный, с переходами. Такой вот грязно. О, такой тяжелый каталог, больше, чем я. Не знаю, если видно, не видно его. Такой грязно-бирюзовый оттенок, мягкие переходы в теплый цвет. Нравится. Отличный компаньон, очень нежный, красивый. Заказчик хотел светлый холл. И он, эти обои будут хорошо сочетаться с белыми дверями. Ну и, наконец, четвертый каталог. Вилла Тоскана называется. Потрясающие обои. Роскошные, красивые, креативные. Заказчик сказал, что хочу, чтобы вот зашел в холл и ахнули все. Очень смелые обои. Попробую рискнуть, не знаю. Вот, ну, я прям хочу применить эти обои в проекте. Сегодня перед нами стоит интересная задача. Дизайнер Аида Тлегенова прорабатывает проект холла. Следует помнить, что холл – это связующее звено со всеми комнатами, и он ни в коем случае не должен выбиваться из общего стиля вашего дома или вашей квартиры. Сейчас Аида Тлегенова в салоне «Идея декор», и она обратит внимание нашего участника и вас, дорогие друзья, тоже на входную дверь «Гардиан». Это интересное решение. «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Итак, мы продолжаем работу над дизайном холла. Так как это холл, прихожая, с чего она начинается? Конечно же, со входной двери. И мы находимся в салоне «Идея декор», где мы подобрали для Казбека вот такую красивую белую дверь «Гардиан». Она не только красивая, но еще и надежная. Посмотрите, сколько здесь замков, степеней защиты и так далее. Ну, для меня самое главное, один из важных критериев – это дизайн двери, которая подходит нам, классическая, без пафоса, довольно-таки простая, но красивая дверь. И еще, как правильно сказала Аида, эти двери очень надежные. Входные двери «Гардиан» – правильное решение для вашей безопасности. Компания «Гардиан» создает стальные двери, которые надежно обеспечивают безопасность дома и всего того, что вам дорого. Входные двери «Гардиан» – продукт высшего класса. Они обеспечивают надежную теплозвукоизоляцию и герметичность. Кроме того, двери «Гардиан» очень элегантны и украсят любую обстановку, как в частном доме, так и в офисе. Двери «Гардиан» заняли достойное место на отечественном рынке. Компания «Гардиан» не делает одинаковых дверей. Каждая дверь изготавливается для конкретного клиента. Размер, цвет, тип двери, замки, фурнитура и отделочные панели подбираются индивидуально, исходя из пожеланий и возможностей заказчика. Компания «Гардиан» полностью уверена в надежности и качестве конечной продукции стальных дверей «Гардиан». В процессе изготовления дверей «Гардиан» используются качественные и экологически безопасные материалы, надежные комплектующие известных отечественных и зарубежных производителей. Стальные двери «Гардиан» отличает идеальная геометрия, четко выверенные параметры и технологичная точечная сварка. Все стальные двери «Гардиан» сертифицированы и соответствуют государственным стандартам. Для комнатных дверей, межкомнатных дверей, я позже покажу вам модель, но цвет будет такой белый. Он неплохо сочетается. Немножко по оттенкам они отличаются, но он хорошо будет сочетаться со входной дверью. Давайте я вам сейчас покажу. Пройдемте, покажу межкомнатные двери. Сегодняшний наш участник Казбек проговорил, что он крайне неравнодушен к белым дверям.
Собственно, мы тоже и дизайнер. Аида Тлегенова поддерживает его полностью, и они на одной волне. Сейчас Аида подскажет Казбеку, на какую дверь стоит обратить внимание. Понятно, с белым цветом мы разобрались, а вот какой дизайн? Для межкомнатных дверей я предлагаю именно эту модель. Она классическая, очень похожа, напоминает формами входную дверь. И, конечно же, в салоне не представлена эта дверь в белом цвете, но опять-таки я предлагаю вот этот цвет, но модель данная. И, конечно, подберем полы. Я, наверное, покажу вот таким образом, очень сложно подбирать в том плане, что нету белой двери, но вот классический, то есть этот паркет вот такого цвета, он с белыми прожилками, которые будут сочетаться с белой дверью. Работая над сегодняшним интерьером, Аида советует обратить внимание на паркетную доску. В салоне «Идея Декор» именно такой цвет представлен фабрикой «Шохер». Производство паркетной доски «Шохер» насчитывает более 80 лет. Это целая семейная династия, которая за долгое время работы смогла реализовать самые последние тенденции в плане дизайна, конструктивизма и технологий. Благодаря слиянию двух покрытий, масла и воск, дерево защищено на 100%. Даже при механических повреждениях целостность верхнего слоя не нарушается. Лучшие инженеры Австрии разработали уникальную замковую систему LOG 5G, которая выдерживает силу на разрыв на 20% больше, чем у других производителей. Также все замки обильно обработаны воском, который способствует повышенной влагозащите и отсутствию дальнейшего скрипа. Многослойная конструкция более совершенна и позволяет избежать изменения геометрии, формы и размера благодаря различному направлению волокон дерева, самой породы дерева и толщины слоев. Ну что ж, дорогие друзья, наступает тот самый интересный и всеми любимый момент, так сказать, кульминационный. Мы познакомим вас с работой нашего опытного, профессионального дизайнера Аиды Тлегеновой, которая с большой любовью подходит к каждому своему проекту. Я напоминаю, сегодня мы работаем над проектом холла для нашего участника Казбека. Давайте вспомним, какие задачи ставились перед дизайнером, а затем уже посмотрим готовый дизайн-проект. Казбек, сегодняшний наш участник, решил полностью обновить интерьер в своей квартире. Под реконструкцию попали абсолютно все комнаты. Холл остался обделенным. Здесь Казбек совершенно запутался. На помощь пришла дизайнер студии Art Magic Аида Тлегенова. Основное и самое главное пожелание Казбека было следующим. Создать дизайн-проект холла в классическом стиле, так как все оставшиеся комнаты он планирует сделать в едином направлении. Что же предложит нам мастер своего дела, дизайнер Аида Тлегенова? Одни обои, чего стоят. Имя Аида предлагает оклеить всю поверхность стен. Это новая коллекция, которая представлена в каталоге салона «Идея Декор». Нижнюю часть стен Аида предлагает оформить именно таким способом. Наш участник Казбек неравнодушен к белым дверям. На полу паркетная доска «Шохер». Качественная, красивая, самое главное, подходящая по цвету к нашему сегодняшнему проекту. Мебель в обязательном порядке белая. Центральные люстры и дополнительные осветительные приборы тоже в белом цвете. Проект шикарный. Такая подача передает дворцовый стиль. Холл, который был основной загвоздкой в ремонте, может быть одной из самых красивых комнат. Мы благодарим весь коллектив студии дизайна Art Magic, а именно директора и дизайнера студии Аиду Тлегенову. Thank you.
Дорогие друзья, если вы желаете стать участником нашего проекта, то становитесь. Мы рады выслушать каждого из вас, рады помочь каждому, потому что с нами работает мощная гвардия профессиональных опытных дизайнеров, любящих свое дело. Дорогие друзья, звоните по номеру телефона, который указан в нижней части вашего экрана. И, как я уже сказала, мы обязательно поможем. Генеральный партнер нашего проекта – салон «Идея декора». Если вы делаете ремонт и не знаете, где что приобрести, то у вас один адрес, который опять-таки указан в нижней части нашего экрана. Красивый, качественный, шикарный ремонт вам обеспечен. Я прощаюсь ровно на неделю. Тепла и уюта вашему дому. Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Sophia.